Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Диме Дмитренко пришлось ответить за свою выходку перед Ксенией Бородиной. Как вы помните, он вспылил и сбежал с ток-шоу в городских квартирах. Она обозвала Диму истеричкой и отметила, что лишь поэтому Ольге Рапунцель удается так ловко им управлять. Кстати, Дмитренко не хочет делать мальчишник перед свадьбой. Ребята говорят, что это как-то несерьезно. Недавно Лера Фрост и Захар Саленко переругались. Лера узнала о его переписках с поклонницами. Также ей стало известно, что после того, как запись песни в студии сорвалась, Захар провел время с Майей Донцовой в ресторане. Лера поставила точку в отношениях с парнем, сказала, что больше его не любит. Олеся Лисовская заблокировала Вальтера Соломенцева, она больше не хочет с ним общаться. Девушка собирается начать новую жизнь. Сам Вальтер надеется, что Олеся все-таки его простит. «Мы снова будем вместе», – пишет он. Проект покинул новенький участник Дмитрий Герасимов. Он приходил к Марии Кахно и разочаровался в ней. Еще один новенький участник – Роман Гриценко, который выделял для себя Елизавету Триандафилиди, в считанные дни поменял свое мнение и переключился на Саиду Бабаеву. Также он признался на лобном месте, что от девушек ему всегда нужен был только секс. Причем без особых обязательств и на одну ночь, но сейчас он, правда, задумался о чем-то большем. Две подруги Марина Африкантова и Маша Кахно скучают друг по другу. Марина нарисовала для Маши рисунок. Стало известно, что одна из мамочек проекта влюбилась в повара, который готовит еду для всех участников Дома-2. Он моложе Ирины Донцовой на несколько лет, не спешит отвечать взаимностью, но и не отрицает того, что готов узнать женщину поближе. После поведения Ольги Орловой на недавнем ток-шоу в городских квартирах зрители перестали ее уважать. Мало кто оценил ее жалкие попытки помочь Диме и Ольге продать шлакоблок. А когда она поцеловала тот самый грязный шлакоблок, многих зрителей и вовсе передернуло от отвращения. На свежем снимке, который опубликовала Влада Ковалевская, Саша Черно предстала в совершенно другом образе. Она не выглядит ужасно толстой, стала намного красивее и привлекательнее. Черно рассказывает, что она на островах похудела на 10 килограмм. Девушка настроена продолжать худеть и на поляне, придерживаясь правильного питания. Личным тренером Черно стал Сергей Кучеров, и в этом месяце Саша намерена сбросить 15 килограмм. Лиза Полыгалова выложила видеообращение, где она рассказала свою грустную историю. Она зашла на страницу Вани Барзикова в соцсетях с его ноутбука и прочитала все его переписки с другими девушками, когда они еще были в отношениях. Ваня даже просил прислать фото и предлагал девушкам остаться у него на ночь. Лиза плакала, обзывала Ваню шлюхой, но вскоре она удалила это видео. Кристина Лисковец и Федя Стрелков купили себе квартиру. Сейчас они обустраивают ее и готовятся к переезду. Алена Водонаева появилась на премии «Собака.ру» со своим новым возлюбленным. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.